отмоется ли краска, если что-то пошло не так? Сейчас узнаем. У нас очень мало времени, поэтому берем гель для стирки, средство для мытья посуды и хозмыло. На еще не высохшую краску нальем средство и попробуем отстирать. Видим, что краска отстиралась, но не до конца. Те же действия проделаем с гелем. Уже намного лучше, но все же не идеально. И напоследок хозяйственное мыло. Сколько можно? Сколько можно? Оставим футболку сушиться. И смотрим на результат. Nice.